которого подарил путешественница из Швеции. Подожди, это же 17 век. А это отдельная тема. Кстати, мне надо из моих любимых фотографий. В общем, мы шли, там был день в городе Петрозаводск или что-то. Ага. К нам пришли, ну, знакомые нашего клуба, для меня, для новые люди, фехтовальщики. Они... Как их называют? А? Как зовут клуб? Честно говоря, не знаю. Они... город из Петрозаводска, Залуга. Я даже не знаю. Один из больших центров. Вот. И они решили со временем, я понял, помимо фехтования, сделать себе вот костюм, что Петровский молодец. Вот они сделали, и мы часа два катали, и попали. Потому что он уж очень красный получился. Прикольно, очень прикольно. Да, ну то есть, ну это правда, если они петровские, то это даже уже 18 век. Ну да, да. И границы 17-18. Там будет небольшое видео, не успею. Только там плеер надо будет. Сейчас, а, вот. Да, просто... Тоже советую.